Здравствуйте! О главных происшествиях в области через объектив нашей камеры. Такими словами, каждую среду встречает телезрителей автор и ведущая программы «Камера» Елена Антонова. Но прежде чем показать многотысячной аудитории криминальные события, предстоит кропотливый труд. Съемочная группа выезжает на место событий в любую погоду. В любое время дня и ночи журналисты работают там, где нарушена справедливость, произошло преступление, автомобильная авария или взрыв. Но самое сложное, наверное, в этой программе – это общаться с людьми, которые пострадали, с их родственниками, которые не сдерживают эмоции, с преступниками, которые тяжело идут на контакт. Ну, интересно, потому что это, наверное, те новости, которые происходят резко, внезапно, и главное вовремя появиться в месте происшествия. Здесь срабатывает какой-то азарт, драйв, самым первым больше всех собрать информации. После выхода в эфир объявлений о розыске преступников либо пропавших без вести, количество звонков от жителей увеличивается, констатируют правоохранители. Зачастую это значительно помогает в розыске или раскрытии преступления. Такая программа должна быть в каждом городе, считают люди в погонах. Огромное спасибо, наверное, камере, которая дает иногда посмотреть на ту же милицию со всеми другими ракурсами, другими глазами и делать нас лучше. Это делает, конечно же, нас лучше, даже если это, например, какой-то критический материал в нашу сторону. Это всегда все рассматривается, всегда принимается во внимание и, конечно, не дает нам расслабляться. Сотни комментариев экспертов, милиционеров, юристов, медиков и госавтоинспекторов. Репортажи о самых резонансных преступлениях и происшествиях. Все это попадает в объектив камеры. Кроме этого, зрители получают и полезные советы. В рубрике «Школа выживания» учат, как не стать жертвами преступников. Преподают уроки самообороны. На мой взгляд, такие программы однозначно нужны. И цель этой программы не показать зрителям то видео, которое не всегда, возможно, приятно и комфортно смотреть, а возможность привить людям ту мысль, что закон неотвратимый, что за каждое преступление человек может понести наказание. Плюс в этой программе мы даем какие-то полезные советы, как избежать тех же проблем с законом и избежать проблем с людьми, которые нарушают закон. Стартовав в 2008 году, программа «Камера» завоевала множество наград. Сегодня в эфир выйдет юбилейный 110-й выпуск. Авторы телевизионного проекта обещают всегда держать зрителей в курсе самых громких происшествий и преступлений региона. Надеются, что благодаря программе криминальных новостей станет меньше. Наталья Некрасова, Евгений Красюков, «Панорама».